трясёт. Ой, пипец. Нормально. Ну, значит, всё нормально. У нас сейчас валится пульс, но это ничего, я держу его одной своим мизинцем. Мизинец у неё просто на каждый день. Она каждый день качает мизинец. Нет, она стопудово. Просто мизинец в нашей жизни, а там значит очень много. Понимаете, мизинец это всё. Василий. Да, Василий. Василий, скажите, пожалуйста, пару слов как. Скажите, как это? А что, вам не нравится пить такие долгие перелеты в самолете, да? Да. По деревням в США, как стоит. Нет, ну почему? В США деревни тоже лично, понимаете? Они просто похожи на нас. Красавка. Уже прошло 15 часов, как мы едем. Да. Я никак не устал, потому что я пью до сих пор энергетик. Новый энергетик. Мэн, реклама. Да. Кстати, Буратино. Это еще другой друг. Деревяк. Далее взял с собой целых два ящика такого вот русского неалкогольного пойла. Да. И вот продвинь на разлив. Настоящий патриот, и он любит свою родину. Да. Он просто, да? Это наш фанат, можно помахать. Это просто банан. Они нас преследуют просто постоянно. Фанат подрезать собрался, смотри. Подрезать. Опачки. Они хотят вообще автограф, поэтому ранили нет. ЧП. Вот так. А это... Наша пирамида. Да, это наш... Наша пицца. Она оперирует, фотографирует. Деградирует. Деградирует. Фотографирует. Она деградирует еще немного. Да. Все как есть. Я ненавижу преступность. У меня мало времени, я спешу. Все, пока. Итак, сейчас мы идем до афиши, как нас написали. Мы хотим посмотреть афиши. Это Северная Дакота, просто они американцы. Понимаете, вот. Они не знают просто русского языка. Сейчас мы посмотрим, как они в действительности написали. На 30 рублей. У них даже русские деньги. А еще в конце ай. Итак, смотрите. Вот это мы. Вот это мы. Должно быть вот так. Вот такая буковка. Но они просто американцы. Есть маркер. Маркер есть, но я не буду. Не знаю, почему. По-американски, но не писали. Еще мне вот это нравится. Я хочу просить у нее автограф. На самом деле это наша леди, как это? Она выступает у нас на разогреве. Да. Вот. Леди Ковалева. Вот. На самом деле. А мы ее туда были 50 рублей. Экономили на нас. На нас, на рок-группах. Еще написали не каждый.
Мы находимся в магазине, в центральном магазине. Так, посмотрим, что они здесь есть поесть. Ну, все, мы ее так покусаем. Так, сейчас вот смотрим, что здесь есть. Что здесь есть? Здесь есть пельмени по-русски. Где ты говоришь, что будет? Это вообще русский магазин. Это почти русский магазин. Здесь креветки. Магазин, ты понимаешь, что это русский магазин в Америке, а единственный русский. She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh, 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 oh. She said, I love you more than words can say. She said, I love you, baby, hey, 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 baby. Сам проверишь, что нет, все надо перестраивать. Юля, подойди к микрофону, нужен твой голос. Жаль, не нужен, нужен у меня голос. Мне надо много говорить, дайте мне тему для разговора. Давай поговорим о... О фестивале? А, нет, нет, давай поговорим о глобальных темах России. Я тут. А я тут. Что мне рассказывать? Когда родилась, место... Расскажи, когда родилась, как брала это интервью у Шойгу? Ужасно. И это все. Одна.
Просто начни все с нуля. Просто новая жизнь.